у папы случилось нападение сильное. Он и моя бабушка работали в одной клетке вдвоем. А потом случилось нападение, и он должен третий день работать, потому что у нас в Египте есть государственный цирк. А он был весь в шрамах, а эта тумба так стояла, и он невозможно подвинет тумбу просто, потому что он все весь в шрамах. Он взял меня, у меня было 2 лет, открыл пасть лев, я сунул голову туда, была моя голова маленькая такая. Я посидел наверху на лев, я обнимал тигр. И с этого времени появился моя фото на афише в цирк. И сказать ему слово «пируэт». Пируэт. Вы все вместе, лезь. Пируэт. Выйдь. Одна раза, которую я чувствовал, что я жить больше или дальше не будет. Это было нападение, очень сильно с головой. Тигр меня поймал с головой на 27 секунд. И слава богу, отпустили меня, и все в порядке. Ну, я сделал 3 операции в лицо. У меня лицо выглядит раньше по-другому. Шрамы здесь, здесь. У меня в руки, у меня сюда, у меня в плечо. Даже у меня татуировка большая, закрыла большой шрам. Кровь много, конечно. Предложил аттракцион до конца. Потом закон, потом потерял за знание. Когда брал животное по домам, потерял за знание, потом в больнице.